адвокатом Завулдили Серяков, Гриценко. Так, а теперь я вам сообщаю, пани Галина, что я являюсь адвокатом Гриценко Валерия, и я хочу присутствовать на слідчій дії. Я имею право присутствовать на слідчій дії, будьте так любезны. Я не дозволяю нікому вхід. Виключно. На каком правовом основании? Можете назвать статью? Нет, я хочу увидеть, я не с вами общаюсь, я себе подсвечу, чтобы видеть. Я в глаза не слышу. Фразы, якщо ви мене вислухаєте, добре? Я би вас пустила без ніяких проблем, якщо би ви себе вели адекватно, якщо б ви нормально представилися, просто відкрили, будь ласка, двері, а не закривали двері і навели себе так, як... Полчаса ви мене не пускали. Не пускали. Не пускали. Да. Ще раз. І що я должен був? Це нормально. Просто попросили війти, повірте мені. Извините, що таке в вашому розумінні нормально? От смотрите, вот эти Галина, посмотрите. Еще раз. То есть вы не допускаете адвоката на следующий день? Хорошо, мы заходим тогда. Куда вы не заходите? Вы кто такой вообще? Кто вы я такой? Вам представлю. Кто вы такой? Я вам представлюсь. Кто это? Кто вы такой? Я вам представлюсь. Кто вам дал право не пускать адвоката в новую? Следующий. Кто? Следующий дал вам незаконный наказ. Вы зараз виконуєте незаконний наказ. Можете написати прокуратуру. Да, ну только обязательно напишу. Обязательно напишу на вас заяву про злочин. Можете, а теперь позовите сюда следователя. Будьте так написать заяву. Позовите сюда, пожалуйста, следователя. Прокурора зовите сюда. Зовите, пожалуйста, процессуального прокурора. Господа, вот не слушайте незаконный наказ, потому что если не хотите, чтобы вы были тоже... Не перебивайте. Александр, прокурора позовите сюда, пожалуйста. Тут есть прокуроры. Давайте. Процессуального прокурора. Все. Закрывайте, будет злочин сейчас. Будет заява на злочин, будут пожарные. Спасибо. Я вам обещаю. Держите всей стороны. Дайте, что держи? Я мы приехали на улицу. Выходите, пожалуйста. Дякую. Дайте. Что это за применение силы к адвокату? Не пускать на обыск! Не пускать на обыск! Так, будет заява прокурора. Представьтесь, уважаем. Я вам представляю. Ваши документы. Еще, представьтесь, уважаем. Уважаем. Какие руки? Представьтесь. Я вам представляю. Вы будете сидеть, это не должно. Да не будет это... Уважаем, вот вы... Не, подожди, Коля. Что пошли? Человек, ты даешь законный наказ. Будешь на красной сидеть и пыхтеть там. Александр Анатольевич, вы инспектор патрульной службы. Хромать. Товарищ сержант, вот вы только что, Александр Ильич, выполнили незаконный наказ. Потому что вы знаете, что адвокат... Что значит пошли? Нет. Мы вас сейчас задерживаем, и вы подавать для вас продолжение. Лапочник, отдает незаконный наказ, не представляться и уходить, не выполнить свою обязанность. Товари. Вы совершили только что преступление. Вы помогли совершить преступление. Олег, возьми там. Вызывай, портфель там возьми. Я сейчас верну.